Всем привет, был у меня сейчас на ремонте Poco X3, но, к сожалению, видео снять не успел. Телефон забрали, я его отремонтировал. Телефон был после удара. У школьника выхватили телефон и уронили его об стенку. Короче, телефон изогнулся, был изогнут дугой внутрь, получается, вот. Внутрь вогнутый, и перестал включаться. Батарейка разрядилась, и кнопка включения не срабатывала. Короче, покажу на примере Poco M3. В принципе, у них конструкция однотипная, только вот крышка у них по-разному снимается. Здесь на M3 снимается целиком крышка со сканером и с кнопкой. Тут со сканером снимается. А на X3 там крышку надо отклеить и... Кнопочки толкатели сами, они отдельно вот здесь в части корпуса. Но шлейфик примерно идентичен. Вот он точно так же пролегает здесь. Чуть такая выемка. Вот. Вот так он изгибается, шлейф. И, короче, не заряжался X3. Это по поводу X3. У него только, вот смотрите, шлейф межплатный. Вот здесь над батарейкой X3. Здесь вот я пропаял. Вот здесь плюс и минус контакты, пропаял здесь и пропаял здесь, были оторваны. И телефон был изогнут как раз вот в этом месте. То есть вот так, если посмотреть на него, здесь он ровный, вот идет ровный, потом в этом месте изгиб и дальше ровный пошел. То есть вот он шел вот так, и вот тут в этом месте изгибался. И как раз, чтобы никто не заморачивался особо, короче, не включался, не реагировал на кнопку включения, хотя батарейка заряжена была. Вот в этом месте микронадрыв маленький. Здесь дорожка, без проблем я ее соединил двумя проводками, и корпус, и сигнальный. Кнопки все идеальные были. Здесь вот я его разобрал специально показать. Там примерно однотипно все. Что M3, что X3. Только камера здесь, кучка камер в центре у X3. И здесь шлейфик немножко другой, здесь контакты в ряд 4 штуки идут, а там 4 квадратом стоят. Две нижние, это как раз кнопка включения. И вот здесь был маленький надрыв. Вот я шлейфик аккуратно вытащил, там тяжеловато его вытаскивать, здесь такая резиночка стоит. Вытаскивается резиночка, тяжело было вытащить его, отклеить. Ну, отклеил аккуратно, и вот здесь шлейфик был надорванный. И он, кстати, я вытащил, и он у меня прям в руках и остался, короче, отдельно. Я думал, я порвал, но на самом деле было уже надорвано. Я его припаял, все на место собрал, все, телефон начал реагировать на кнопку включения. Ну, кому было полезно, ставьте лайк. Всем успехов, пока!